Здравствуйте, меня зовут Судачков Василий Александрович. Хочу вам сказать, 5 мая этого года я стал жертвой очередных мошенников из Москвы, которые приехали к нам в город Волжский по адресу улица Чайкова, 4, гостиница «Адреналин», где проходил сеанс бесплатного массажа. Накануне они мне позвонили, пригласили на этот сеанс бесплатного массажа. Нас было порядка 30 человек, которые тоже там присутствовали. В основном присутствовали пенсионеры и семейные пары. Для семейных пар были предоставлены специальные призы. Дальше начинается розыгрыш призов. И некоторым счастливчикам выпадают массажная накидка, вибромассажер, пылесос и комплект постельного белья. После этого мы, когда видим, что люди выигрывают, они уходят, мы их больше не видим. После окончания всего этого они проводят блиц-турнир. Раскладывали бумажечки на столе и выбирали, кто из них победитель будет. Среди них оказался, к сожалению, и я тоже. Когда я уходил от них, они заставили подписать какую-то бумагу, что я присутствовал на этом мероприятии. Когда я пришел домой, прочитал вот это вот, я понял, что я влез в кредит на сумму 129 тысяч рублей. Они мне под благовидным предлогом, что вы берете в рассрочку, у нас массажную накидку, либо массажер, комплект постельного белья и видеорегистратор в подарок. К сожалению, я так понял, что это мошенники, потому что в реальности стоимость этой массажной накидки всего лишь 15,5 тысяч рублей. Ездил в Москву, хотел найти их там. Но, к сожалению, у меня это не получилось, потому что юридический адрес указан в договоре неточный. Официально этой фирмы там по адресу нету. А официально их адрес находится в Москва-Сити. Но туда проникнуть фактически невозможно, потому что охрана не пропускает. Девушки на ресепшене говорят, что этой фирмы просто не существует. Я думаю, что это отъявленная банда мошенников, которая гастролирует по всей России, вводит людей в заблуждение и обманывает таким образом людей. В основном семейные пары, но большую часть обманывают пенсионеров, поскольку пенсионеры у нас нынче доверчивы. Прошу правоохранительные органы города Волжского, прокуратуру, МВД, даже ФСБ, проявить бдительность и направить запрос на гостиницу «Адреналин», кто был 5 мая этого года, с каким визитом, что за фирма. Спасибо, у меня все.